В Ломоносовской школе всегда была особая атмосфера. Это атмосфера дружбы между детьми, родителями и преподавателями. И даже вот весь персонал, который работал во всех Ломоносовской школе, в школах, это люди, которые болеют душой за дело, которые хотят добра детям прежде всего, и которые делают все для этого абсолютно. В Ломоносовской школе процветания, успехов, удачи, самого всего доброго!